В этом видео уделим внимание воспитанникам питомника abyssin.net. Выпускница питомника кошек редких пород обрела себе подружку, они прекрасно подружились. Абиссинские кошки – это кошки-компаньоны, прекрасно ладят со всеми домашними животными. А этот кудряш Марка также выпускник питомника. Синеглазый Девон Рекс Марка – вот такие красавцы вырастают из котят питомника кошек редких пород. Кстати, питомник существует уже более 15 лет. А вы хотите такого красавца Девон Рекса? В питомнике большой выбор котят разных окрасов, все ссылки под видео. Это Маури, тоже выпускница питомника, душа компании. Интересуетесь кошками породы египетская Мау? Ссылки под видео вам пригодятся. Максик опять же выпускник питомника, абиссинский котик. Властвует над домашними и, как аристократ, ходит на унитаз. Мама-кошка Девон Рекс приняла чужих котят и воспитывает их. Котята пытаются повторить за мамой-кошкой. Вот такая кошачья тусовка. Чаузи оживились. Мама-кормилица пришла. И под конец видео несколько котят, которые готовы переехать в ваш дом. Знакомьтесь, это абиссинская кошечка, зеленоглазая красотка, умная и ласковая девочка. В питомнике кошек редких пород широкий выбор окраса котят породы Девон Рекс. И всегда открыто резервирование котят любой породы, разводимой в этом питомнике. Все необходимые для вас ссылки расположены в описании под этим видео.